Герду не видно. Каюша спит, да? Каюша, Каюшка. Пошевелился. Вот так мы спим. Я думала, он в берлоге. Он здесь во льдах. Вот так. Никого в зоопарке. 12 часов, 22 человека было. Ой. Да, Герда не видно на берлоге. Но выходит. 30-го было. Вчера не знаю. Ой, потягуськи. Каюша. Вот так. Каюшка. Вот так. Вот так. Лапками накрылся, да? Каюша. Ой, так. Ну, хоть маленько пошевелился. Вот так вот. Каюша. Каюша. Каюшка. Кай. Мишка, медведь. 2 часа уже спишь, Кай. Каюша. Устал мальчик. Перевернулся на другую сторону и спит. Обратно сказал. На другую сторону перевернулся и спит. Все. Соня за Соня. Ну, а что? Покушал, спать лег. А чем ему еще заниматься? Играет обычно мячиком. Да? Да. О, ой, лап, потягусенький. Лапки вытянул опять. Каюша, давай вставай, поиграй. Я пришла. Ну вот и все. На улице холодно, все звери попрятались. Так что... Вот так Герда в берлоге спит. Герда в берлоге, ее не тревожат. Ничего. Там, короче, она спит. Так что...